Делегация из Турции с интересом осматривает производство свободной экономической зоны «Онтустик». Первым объектом посещения стала фабрика по выпуску ковров «Балтикстиль». Производство запустилось в 2011 году. Объемы ежегодно увеличиваются. Завод выходит на новый, более высокий промышленный уровень. Özel ilgisi ve davetiyle de bugün burada ilk günümüzde etkinliğimizin bir arada bulunduk. С приглашения акима области Жансейита Чимебаева мы сегодня здесь. Мы очень рады, что мы здесь смотрим, знакомимся с регионом, с потенциалом данного объекта. Ev sahipliklerinden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Спасибо большое за гостеприимство. Bizim için son derece faydalı ve gerekli olduğunu düşündüğümüz, daha da değişik bilgileri alacağımız bir gezi oldu. Мы уверены, что эта поездка для нас особо полезная, так как мы набираемся здесь информации очень много. Турция славится производством текстиля, а потому бизнесменов заинтересовала южно-казахстанская чулочно-носочная фабрика «АлимБТ». Новое производство, в создании которого привлечено около 2 миллиардов тенге инвестиций, введено в эксплуатацию в рамках карты индустриализации. Фабрика способна выпускать до 16 миллионов пар изделий в год, причем не уступающих по качеству самым известным брендам. Турецкие предприниматели посетили и комбинат по выпуску целлюлозы, где их детально ознакомили с тонкостями производства. Большой интерес у представителей турецкого бизнеса вызвала и выставка товаров, производимых в нашей области. Предприниматели останавливались возле каждого стенда. Их заинтересовало производство стеклянной тары и арматуры из стекловолокна, производство гипсокартонной плитки и обуви. Всего в Южно-Казахстанской области находится 11 индустриальных зон. Только в одной зоне «Онтустик» насчитывается 84 предприятия, где занято порядка 2500 человек. Стоит отметить, что большой интерес для деловых кругов Турции представляет сельское хозяйство. Анталийский регион называют столицей сельского хозяйства Турции. Ve bunlardan nasıl sonuçlar alabiliriz? Onlarla ilgili araştırma yapıyoruz. Здесь исследуем государственные поддержки в сфере сельского хозяйства для будущего инвестирования в регион. Гости также посетили СПК «Шымкент» и Национальную палату предпринимателей «Атамикен». Турецкие предприниматели смогли оценить индустриальную привлекательность нашего региона и теперь намерены наладить тесное сотрудничество.